Всем привет, ребят! Решил заснять сейчас видос, потому что, блядь, горит пукан от этого развода от IGG. Я, вы знаете, никогда не заморачиваюсь над там, какой-то акцией, там плюс-минус, я не смотрю на это. Я всегда забираю по максимуму. И тут, короче, ну, у нас есть аккаунт за 10 баксов. Да, мы договорились, я его отдаю, то есть я на нем все равно играть не буду. Как бы я собираю его для одного из вас, кто смотрит канал, поддерживает, участвует в конкурсе. В общем, есть Shopping Spree, и у нас есть сегодня рынок. Я забрал пак с огником за десятку, однозначно. Почему забрал? 13 сумок плюс скины. Скины однозначно нужны будут для того, чтобы легче пройти определенные локации. В общем, для волн, то есть это самый топчик. Заходим в Shopping Spree сразу, потом позабираем плюшки и поймете, почему бомбит. В общем, читаем. На протяжении ивента два шанса за каждых 3000, исключая бонус Ема, который вы покупаете. Ну, в общем, я, как обычно, по своей наивности смотрю, вот, типа 3К. Захожу сюда. Ну, знаете, я никогда над этим просто не заморачивался и покупаю за десятку. Понимаю, что мне не приходит бонус, потому что тут всего лишь получается 2450. Я беру еще раз за пятерку. В итоге у меня, по идее, даже, ну, 2К есть, да? Думаю, блин, ну все равно не приходит. Окей. Давайте сейчас, кстати, заберем, потому что сейчас кто-то спиздит моего огника. Не моего, а вашего. Вот, и, короче, в итоге дошло, ребят. Я лукавить не люблю, я вам говорю, как есть. До 25 за сегодня, поэтому завтра мы просто сосем лапу. Потому что мы собрали практически логника. У нас есть уже 120 осколков за 20-ку, за 25 даже. По-реальному это 25. Я уже думал даже, знаете, просто тупо слить все. Чтобы, как бы, ну, да потом думаю, что я должен сливать, как бы. Это все равно не мне достанется, это достанется кому-то. Поэтому какой смысл? Все равно мы по минимуму стараемся собирать. И сегодня так совпало, что есть и сумочки, и есть осколки в Shopping Spree, поэтому не забрать, как бы, ну, смысла нет. Все равно от этого ни холодно, ни жарко. Я буду все равно собирать потом еще аккаунты. Возможно, если вам это нравится, будем там еженедельку делать, то есть за неделю собирать по максимуму. Вы будете определять, а потом будем смотреть, в каком конкурсе разыграть. То есть это не есть проблема, просто, как бы, такая ситуация. Я сам такого не люблю. Ну, что есть, то есть. На следующий раз будем знать, что вот 20-ка это именно то, что вы имеете 120 осколков, то есть больше половины, и можно было взять просто пак, даже 2 по 10, и они никак не играют. То есть получается, либо пак за 20 сразу берешь, там кто-то писал в комментах, я читал, лайкал, но я не досмотрел до конца, потому что занят был обновой, и башка не варит. В общем, вот так вот, ребят, есть больше половины огника, есть сумки, есть у нас скины. Давайте прокачаем сразу же скины, или мы их не прокачаем, я не помню, там, по-моему, КГшки нужны, да? Или китайте на прокачку. Так. Блин, этот ник меня уже самого харит, но я пока не хочу. Надо будет подумать до выходных. Такс. Все равно не на максималке. Ну, хоть так. Хоть силушку поднимем. В общем, как-то так, ребят. Поэтому не сильно там бомбите. Я говорю, как оно есть. То есть я не для себя стараюсь. Мне оно, как бы, знаете, я все равно отдам подписчику. Так, прокачиваем это все.
Вот такие вот дела. То есть огник у нас будет, потом сяду, посчитаю, что у нас получилось, там пару дней. Ну, по сути, такой аккаунт за такое количество вы на русском сервере никогда не соберете. Это я вам просто говорю, как оно есть. О, ничего себе, мы можем уже... О, открылся, отлично. Отличненько открылся кризис на английском сервере. Короче, все локации для нас. Только получили почти огника, все для нас. Так, ну, как вы видели, мы не все забрали, потому что у нас места не хватает. У нас есть по 3, ребят, я забрал специально 3 пака, чтобы не тратить кагашки, да, там человек или кто там посмотрит, может я буду прокачивать. Не тратить, а были там повторки, то есть это такой, это бонус будет. Сегодня там с утра я, возможно, допишу видос, вам покажу, что там есть, что мы просрали. А может и не просрали. Но в любом случае в такую акцию, как Shopping Spree, надо сыграть. Вы никуда от этого не денетесь. Кто хоть раз был на английском сервере играл, типа понимает. Видите, а здесь только одна ачивка получается. Одна попытка. Понятно, да, самое галимое, что не есть. Такс, окей, поехали дальше. Это забрали, забрали, забрали. Алхимик, Лаки. Ну, в общем, не во что играть даже. Поехали, пооткрываем наши ништяки все. Освободим немножко склад. И заберем героев, пооткрываем. В общем, как-то так. Сейчас пооткрываем героя, попробуем достать огника. Посмотрим, сколько осколков у нас получится, стоило ли это или не стоило. В любом случае, оно того стоит, потому что, ну, реально стоимость... Ну, можно, в принципе, собрать дешевле даже. Так. Давайте откроем эти осколки. Доба... А, места у нас есть, все отлично. Так, плюс... Что у нас в плюс? Плюс дракон, плюс арктика, плюс череп. Смотрите, сколько сразу же героев новых у нас добавилось. Ворожей. Раз. Плюс арктика. Плюс дракон и плюс череп. Плюс 4 героя. Я считаю, это неплохо. А, да, у нас получилось дороже, но придется нам завтра пропустить. Что поделать? Можно было вообще все забрать и не париться, и разыграть. Но мы стараемся по минимуму, чтобы просто приблизительно понимать, как можно с минимальными затратами. Ну, в принципе, я должен был показать вам эту акцию. Это я обращаюсь к тем, кто донатит. Без нее реально очень сложно за минимум собрать. А, блин, 60 осколков, это подарок просто. Такс, ворожей, железная воля. Кто там у нас еще был? Так, новенька у нас есть. Дракон, арктик. Блять, ну почему здесь? Почему именно здесь? Так, дракон, арктика, ворожей. Кто там еще у нас был? А, череп. Окей. Череп СУ. Коробок у нас нет. Хорошо. С этим мы разобрались. Что у нас делается вообще по ресурсам? По ресурсам пока у нас все печальненько, кроме ЗП-шек. Запашек не особо много. Хорошо. Ну что, поехали, открываем карту. Сноу. О, да, это тоже недостающий. Или у нас сноу там есть? Я что-то не помню уже. Сейчас за этим глянем. Хочу отсюда смотреть. 35-85. Так. Так.
Что у нас интересного есть, чего у нас нет? Где там снова наш? Нету у нас снова. Поэтому можете поздравить. Плюс еще один герой. Пятый. Опять плюс 5 героев за сегодня. Да, немножко дороже, но я уже пошел на это, потому что мне хотелось уже самому разобраться окончательно. Так, поехали. Самое интересное, плюс 2. Ну, максимум, что мы здесь наберем, осколков 20, наверное. Так, его нафиг. Поиграться. О, нифига себе. Нифига себе, ребятушки. И того, что мы имеем. 167. Осталось всего 33 осколка. По сути, одна такая акция, я надеюсь, не завтра, и мы уже дособираем этого героя и сможем его получить. А, так. Забираем, забираем, забираем. Что там у нас до шапки? Такие герои, и еще шапки даже треть не собрано. Ребят, это просто жесть. Честно говоря, я просто в шоке от этого аккаунта, от английского сервера, как можно за столько, блин, собрать, сколько у нас там, 30, 40, ну 50 пусть баксов. Собрать такой алтарь. У нас там не хватает, конечно, еще хороших героев, но с тем, что у нас уже есть, это просто жесть, ребят. Жесть. Так, окей. В принципе, все. Я уже посмотрю, допишу, не допишу. Пишите комменты, обязательно ставьте лайки, репостики. Пишите, что вы хотите видеть. Я буду вам заснимать обзор рынка, и вы будете решать. Конечно, сегодня, то есть уже завтра у вас сегодня, придется пропустить. Но зато вы видите, что у нас действительно на этом аккаунте будет огник. И такие життя, ничего не поделаешь. Будем ждать нового героя здесь. Все, всем удачи, всем пока.